Hey guys, с вами Лиза Найс. Всем привет, ребята, вы на моем канале. И сейчас я снимаю видео со своим единорогом. Я думаю, вы с ним уже знакомы. Перед началом этого видео подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Так вы становитесь ананасиком, так и называть своих подписчиков. Среди ананасиков я разыграю разные интересные призы. Допустим, на 1 000 000 ананасиков я разыграю 3 iPhone X. Если ты хочешь себе iPhone, подписывайся и нажимай на колокольчик. Также совсем скоро нас уже будет 600 тысяч. Я очень-очень рада, потому что это дружная, огромная такая моя семья. И скажите мне, пожалуйста, что мне разыграть на 600 тысяч ананасиков? Я очень хочу сделать вам приятное, поэтому пишите в комментариях, что бы вы хотели получить. А сегодня будет очень интересное видео. Папа и дочь считают рэп. Твою мать, что это? Папа, это не я. Узнали, да? Это видео Бэби канал. Более 1 000 000 подписчиков в интернете. Впервые на Ютубе, и такого еще не было. Где папа и дочка читают рэп. Их нашумевшие клипы набрали 1 000 000 просмотров. Также мега крутые отмазки, скетчи, пранки, песни в реальной жизни, влоги. Все это папа и дочка делают на канале Видео Бэби. Обязательно подпишись, ссылка в описании. Сегодня видео будет про приложение Лайк. Я думаю, все его знают. Это приложение, где ты делаешь свои клипы под любую музыку, можешь добавить свою, можешь найти просто где-то и просто снимаешь интересные видео. Кстати, очень многие на меня подписаны, и я просто в шоке. За 2 недели нас уже 40 тысяч, представляете, в лайки. Поэтому, если ты еще не подписался, то подписывайся, я подписана вот так, и ссылочка будет в описании. Сегодня я вам покажу очень интересные такие прикольчики, которые можно сделать в лайк. Ребята, давайте начнем с того, где надо снимать. Я обычно снимаю на однотонном фоне, это мой шкаф, или я снимаю иногда на балконе. Кстати, если вот многие не знают, как снимать, ставят камеру на пол возле стены и практически никак ее не фиксируют. Скажу просто обычный лайфхак, берете коробки с под обуви или просто книжки, почему бы и нет, ставите на нужное место, подставляйте еще что-то, допустим, коробок с ручками и снимайте, то есть вот супер, не надо иметь никакие штативы. Вот я на этом месте очень люблю снимать и просто вот за штатив у меня подушка, я просто ее ставлю и вот сюда ставлю телефон, поэтому начнем снимать. Первая штука, это будет очень прикольно. У вас будет 3 картинки, на которых вы. И сначала вы выпрыгиваете, вы первая, с одной стороны. Дальше со второй, с третьей. Потом выпрыгиваете, опять запрыгиваете. Короче, ребят, сейчас будет интересно. Нажимаем на 2X, я ухожу в сторону. Просто уходим с кадра, я потом вам покажу, зачем это. И сейчас я пригнусь и буду выпрыгивать из снизу вверх. Ребята, если честно, это будет дело очень угарно, потому что я как будто упала. Но это так и надо. Пусть будет так. Нажимаю дуэт, как всегда. Ждем, пока загрузится, а пока что становимся на наше место. Сейчас мы будем выходить с этой стороны. Вот так вот, типа, привет! Но изначально я буду здесь и буду такая типа, нет, я в конце буду. В общем, просто смотрите. И вот у нас уже есть, мы делаем 3-ю картинку. Давайте вернемся на наше съемочное место, поставим подушку и начнем снимать. Можем просто вначале подобавлять везде всякие эффекты, штуки. Короче, вот я нажимаю сохранить, нажимаю галочку и выкладываю это видео. Ребята, я вам показала, как сделать очень интересное видео в лайк. Вы можете просто все-все-все менять, допустим, музыку. Вы можете поменять смысл, можете вообще поменять вот так, как вам нравится. И это будет реально выглядеть классно. И сейчас я вам покажу несколько классных таких трюков, которые можно использовать в таких соцсетях, где можно делать разные клипы. Ну и в лайк тоже. Снимаем, просто как хотим.
И дальше закидываем голову как бы назад, чтобы не было видно, что у нас на голове. И приносим две какие-то вещи на голову. Шапка и вот у меня есть кепка. Вы можете использовать разные кепки, вообще все, что хотите. Аккуратно поправляем, все как нам надо. И тут для этого есть такая как бы картинка, как мы делали до этого. Короче, просто дергаем, меняем головной убор. Делаю как бы вот такую интересную штуку, и сейчас будет замедление. Сейчас будет то же самое, только мы будем менять не головные уборы, а прическу. Просто замедление. Дальше я просто заплетаю дульку. Вот такая. Дальше мы сейчас отведем камеру в сторону, и будет видно вот задний фон. И давайте на этом уже закончим и просто сделаем обычное замедление. Давайте прическу я сделаю вот такую. Ребята, это офигенно! Класс! И можно, кстати, не только с головными уборами такую штуку делать, а и с кофточками, футболочками. Меняйте каждый раз. И, кстати, под эту мелодию будет очень классно сделать там смену футболок, сразу образов. Вообще круто. Можете сделать, знаете, постепенно себе макияж и вот так вот как бы просто снимать. Я сразу опубликую, потому что мне очень сильно нравится. И такие штуки можете делать вообще разные. Давайте сейчас сделаем вот последнее видео. И в нем соберем многие прикольные эффекты, и это будет все в одном видео. Там есть биты, и поэтому будет легко подстроиться и сделать классное видео. Начнем мы с того, что с левой стороны нас мы ведем до центра, делаем разные вот такие вот штуки, просто, скажем так, подергивания, и резко уводим под начало музыки. Да, начнем. Раз, увели. Сейчас мы сделаем такую штуку, которую мы уже делали. Мы ведем опять слева и вниз. Желательно до футболки. Если у вас есть какая-то одноцветная футболка, будет намного легче и будет смотреться прикольнее. Мне кажется, очень прикольно, но настолько быстро можно помедленнее. Но так мне очень нравится, и я тоже это выгружаю. Подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Ребята, я надеюсь, вам понравилось это видео. Я старалась его снимать. И, кстати, какой эффект вам понравился больше всего? Пишите в комментариях. Также не забывайте подписываться на мой лайк. Он подписан вот так вот. Ребята, и те, кто будут делать со мной вот эти дуэты с вот этими тремя видео, которыми мы сегодня сняли, того буду лайкать. Поэтому переходи в мой лайк, подписывайся и делай дуэт. А с вами была я, Лиза, всех очень сильно люблю. Подписывайся на мой канал и нажимай на колокольчик. Всех люблю. Пока!